не делала-ла. После шести не ела-ла-ла. На тренажере бегала-ла. Углеводы с белками не смешивала. В сауне сутки потела-ла-ла. Мазалем на земле тела-ла-ла. Пояс из шерсти носила. И даже в церковь ходила. Но жопа растет на цирковой. Уже 25-й год, а жопа растет на цирковой. Надо буду переправлять. И в любви не везет. И знаете, что она сделала-ла? Она в тебе полетела-ла-ла. Нашла там отца-настоятеля, и он ей сказал настоятельно, что если заплатит Аня 400 тысяч юаней, тогда снизойдет к ней Будда, и с Аней случится чудо, и жопа пройдет у Ани Кузнецовой. Меньше чем через год, и жопа пройдет у Ани Кузнецовой, и в любви повезет. Главное, чтобы жопа прошла. Песня про жопу.